И всем привет! Сегодня, как вы поняли, мы сейчас будем играть в CSGO. Да. Так, давайте. Я вот этот пистолет ненавижу, конечно, но будем им попробуем пострелять. Что-то слишком тихо. Слушай, это кто сейчас был? Я же Дэдпул. И все смогу. Убить ножом. Че, я тебя сейчас сам убью. Так. Я на первом месте пока что одержу победу. О! Смотри. На тебе, я тебя ножом убил. Наверное, я тоже кого-то убил. Давайте, Дэдпул всех убил. Так, давайте. Что-то я никого не вижу. Вообще нету вот тут. Оба. Нет. Надо вот всегда смотреть на карту тоже. Там изображено место. Мазафукапич. О, спасибо, Дэдпул, я его. Блин, наоборот. Да блин, у меня 3 хпшки меня, я до сих пор не могу. О, май гад. Джерри меня убил. Чуть полный пипец Джерри. Считай, ты в дерьме достал. Застрял. Так. Так. Нету никого. Побежали, давайте. Let's go. Класс. 3. Ага. О, май. Джерри опять? Все, блин, опять он меня. Давайте-ка пистолета. Вот этим. Ну, диглом. Так, значит, там кто-то есть, да? На тебе, Ник. На тебе, Ник, опять. Вот, стойте. Ну а что я говорил? О чем я и думал сразу же. Да я прям никого не вижу. Так, надо на карту посмотреть. Там тоже никого не видно. Угу. Кто это? Ирвинг. 2 пистолета. Ну, это хорошо. Кто это сказал? Берем пистолет. Нет. Не туда. Блин, есть. Я думал, это ты, блин. Как там его, Джерри? Гоу.
Я наверх, а ты... Ага, красавчик. Джерри, я тебе отомстил. Обалдеть. Теперь Гарри наша цель. Понимаете? Теперь Гарри наша. Ага, вон там кто-то есть. Блин. Ага, Гарри. А, блин, Джерри, то есть. Ну и ему надо так. Короче, всем надо. Фак. Да тебе. Гарри, я отомстил тебе. Бесть. Надо и на ихней базе еще будто засаду сделать и ждать. Их тут очень долго всегда. Блин, война там. Красавчик. Красавчик. Гарри отомстили. Еще. Да я прямо хочу. Блин, жалко хедшот. Хедшот тоже прикольно. Смотрите, я увидел. О, Гарри, блин. Я не знал то, что это ты. Не люблю я дробовики, знаете. Тупое ли у меня ружье? У меня очень тупое. О, май гад. Гарри тоже убили. Хоть кто-то отомстил. Но опять дробовик, блин. Вот где они? На тебе, отомстил. Ну, вот здесь еще засаду. О, блин. Май гад сделал. Чё я там? Ай, май гад, парни. Всё, ну, пиздец. Ну, первое место. А вон он, да, реально. Вон он стоит. Ну, да. Профиль CSGO, профиль STEM. Ну, ладно. Так. Дальше. Попробуем за спецназ или нет? Так, давайте-ка выйдем. Наблюдать вот так. Сейчас в главное меню выйдем. И... Теперь, так, ну все, значит, да, ну давайте. С вами был Бурлаков Тристан, вы смотрели, как играть в CSGO и вообще для новичкам. Сначала надо играть с ботами, в общем. Всем пока!